Продолжаем выпуск. Как воспитать гармоничную личность? Об этом в студии программы «Экспресс-тема» рассказала учитель Вера Циракаева. В феврале этого года она удостоилась знака «Учитель гуманной педагогики». Специалистов, получивших такую награду в России, единицы. Гуманная педагогика основывается на вере в ребенка. Мы часто взрослые, видя детей, которые к нам приходят, говорим, что вот это ребенка что-то может не получиться. Мы должны верить в ребенка, даже если сегодня у него какие-то его способности не проявились. Гуманная педагогика использует такой прием, как дорисовывание. Полную версию интервью о применении гуманной педагогики смотрите сегодня в программе «Экспресс-тема» в 17:55, сразу после первого вечернего новостного выпуска событий.